Комфортно и уютно в группах детского сада «Ручеек» в деревне Огуднево. Однако проблема в другом. При плане около 120 мест сад посещают 150 детей. При том, что во втором корпусе, расположенном в селе Петровское, садик заполнен менее чем наполовину. В рамках очередного выездного совещания сотрудники администрации Щелковского района рассмотрели возможные пути решения этой проблемы. Деточек много. Много, очень много. У нас и поэтому не хватает. У нас не хватает здесь места. А там как бы есть свободные площади. В другом корпусе «Ручейка» в селе Петровская часть помещений долгое время занимала подготовительная школа. Ремонта здесь не было с 1984 года. Сейчас группы закрыты, и при проектной наполняемости около 110 мест в садик ходит всего 36 ребят. Заведующая считает, помещение необходимо ремонтировать и открывать дополнительные группы. Вы знаете же, в перспективе, да, будут строить здесь рабочие места, как Сорокин наш Алексеевич обещает, по крайней мере. А потом здесь же выделили земли для многодетных семей. И потребность обязательно, она возрастет. Мы изыщем средства и внебюджетные, и бюджетные, вложим сюда, отремонтируем садик для того, чтобы он полностью заполнен и снять напряжение с того садика. Как обычно, в рамках выездного совещания руководитель районной администрации Алексей Валов проверил, как продвигается строительство трех садов. Будущее учреждение дошкольного образования возводится в рамках программы «Наше Подмосковье» на условиях софинансирования из местного и областного бюджетов. Практически завершены работы в будущем саду на улице Юбилейная, деревня Медвежьи озера. В данный момент подготовлены все работы под отделку, подчистовую. Но сложность возникает в том, что в данный момент не хватает окончательно отделочного материала, то есть краски, линолеума. По словам руководителя администрации района, заминка в закупке материалов связана с проблемой финансирования, которая в скором времени будет решена. Проблем с финансированием. Поэтому все указания дал, немножко, конечно, в категоричной форме, но уверен, что до среды они будут исполнены. В жизнерадостном желто-голубом прорисовывается фасад детского сада в поселке Новый Городок. Прогресс строительных работ здесь налицо. Готовность порядка 75%. Хочешь прям целиком козырек пустить? Да, да, проекту. А по проекту штукатурка? Не, давай пускай лист, правильно. Теплоснабжение завершено. Параллельно основным видом работы идет монтаж оборудования, например, нового подъемника. Кровля, отделочные работы, закончили отопление. Электрика идет. Темп работ хороший. Я думаю, что в те времена, те стройки, которые мы установили, в основном работы будут сделаны. 15-го. В основном работы должны быть закончены. А сдача, да, 15 в конце марта. Детский сад в Первом Советском переулке города Щелково замыкает тройку садов по скорости строительства. Прогресс здесь 71%. Температура соответствующая. Есть 15 градусов? Нет, есть. Работайте. Штукатурные работы, кровлю заканчиваем, фасадные работы должны закончить до 15 числа. Так, социальная инфраструктура на постоянном контроле. Следующее выездное совещание по проверке детских садов должно состояться на этой неделе. Александра Гранич, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».